Друзья мои, сегодня воскресенье. Вот за столько дней решила выйти на улицу. Ну, по необходимости. Вот, пошла вон в тот бегемак. Нужно хлеба купить. Там у меня осталось полбатончика. Но как бы это маловато. Тепло сегодня на улице. А было написано, что минус 13. Такая вот у нас на районе обстановка. Тракторишки тут дорожки почистили. Ну, а так. Так, ничего особо интересного, друзья мои, не происходит. Как говорят, слава Богу, все спокойно. Сходила в бегемак. Друзья мои, вот не поверите, пошла за хлебом и за молоком. Ну и по пути, думаю, может, масло куплю. Там тоже у меня немножко. А набрала на 882 рубчика. Посмотрите. Видите? Вот, пожалуйста. Это... Ой, 852 рубля, друзья мои. Вот, пожалуйста. Вот всего, сколько я набрала. И надо, и не надо. Все надо. У Фомы вообще шапка на бекрень, глаза на выкат. Наверное, думает, что творит она, что она творит.